Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметы. Сегодня 26 ноября, и как говорили, что будут как коллаборация замучена с футболистами, да? Вот как раз они и появились в магазине. Магазин сегодня вообще громадный просто. Так, все, конечно, там значки, вот эти номера и всякую прочую ерунду мы не будем рассматривать, просто так рассмотрим несколько. Ну, то есть мы 5 мужских, да, и 5 женских, да, скинов. Ну, давайте, поехали. Пробивной пасующий, да? Вот. Циферки. Fortnite, главное, 13. Ну, слушайте, да. Стекло стало другим, так, видимо, немножко переделали. Футболистов. Так. А, это Fortnite типа команда, да, джерси, да, джерси Fortnite серый. Даллас, ковбой. Получается, каждой команды и два вида формы еще на нем. Прикольненько. Атланта. Лос-Анджелес. Кливленд. Джексонвилл, ягуарцы, так, так, угу. Это Нью-Йорк. Ну да, конечно, если купить такой скин, просто можно стилей немерено получить. Каролина, вот пантеры. Это что? Чикаго Бирс. Это что у нас? А, Цинциннати. Прикольненько, что могу сказать. Денвер. И главное, именно фортнайтовская есть команда. То, что вообще прикольно. Детройт. Гринбей. Хьюстон. Хьюстон, у нас проблема, да? Да, короче, немерено тут вообще стилей. Индианаполис. Так. Канзас-Сити. Ну, вообще, трындец тут. Сиэтл. Сколько тут всяких форм. Ну, тут, ну, все команды, похоже, которые... Еще Нью-Йорк. Другая просто команда нью-йоркская. Лос-Анджелес еще тут одна. Ну так, просто посмотрим. Уже не будем мы смотреть. Потому что здесь магазин затянется на очень-очень долго. Да, тут вообще куча-куча форм. Одним словом. Просто вау. Вот так вот реально, если купить этого футболиста, то можно настраивать его как хочешь. Так, о, еще визор включен. О, можно еще со стеклом. А можно без стекла еще включить. Смотрите-ка, вообще шлем еще настраивается. Не, ну, довольно-таки круто сделано. Просто сейчас посмотрим. Так, замечательный защитник. Фантастический футболист. Крутой квотербэк. Крепкий кикер. Агрессивная атакующая. Ну, давайте посмотрим на женский. Так, выключим. Ну, что, прикольненько так. Просто так несколько команд посмотрим. То, что мы эти команды все посмотрели. Ну, что могу сказать, вообще так прикольненько смотрится. Просто мужской, оно такое немножко, как оно, большеватый, да, а женский чуть такой потоньше скинчик, да, поменьше получается. Ну, форма сидит вообще отличная, если честно, так вот посмотреть. Вообще отлично сидит. Классно, как бы, классно. Ну, не знаю, вот, допустим, сами со старыми футболистами, там как-то они поскучнее были, какие-то поярче были.
Просто, допустим, у кого куплены уже старые футболисты, да, не знаю, будут ли они покупать новые, ну, может, и будут так, для разнообразия. Так, ладненько. Посмотрим так дальше. Чудесная чемпионка. Настойчивая нападающая. Феноменальная финалистка. Сильная соперница. Ну и все. Так, футболисты кончились. Что у нас здесь? О, рюкзачок добавили. Круто. Лама-голограмма. Прикольно. А, если купить ламу-голограмму, плюс еще вот эти все можно команды получить. Круто. Вот это круто вообще. Допустим, ну, получаешь ламу-голограмму, да, и плюс еще дополнительные вот эти, я так понимаю, всякие вот команды, да? Круто. За 400 V-баксов это вообще прикольно. Так, пусть ламу знает, что вы их фанат, входит в набор, классная команда. Стили на выбор. Угу. Круто. Вот это действительно круто. Если вот так вот рюкзак можно поменять, вот. Это классно. Так, что тут еще у нас? Желтый флаг. Штраф. Ну, это новая эмоция, вот она как раз сейчас появилась. Это старая эмоция. Прикольненькая, тачдаун. О, как вообще. Круто, да? Так, жест рефери. Ну, это новая появилась в этом сезоне. Это старая. Так, золотой мяч. Прикольно, как всегда, кирочка. Ворота. Ну, не знаю, как по мне, кирка такая не очень, если честно. Но это тоже кирка вообще какая-то. Ну, а может кому-то нравится, но мне что-то не очень зашли. Подача в виде типа мячика. Такой дельтик, типа игровое поле, а тут типа мячик сверху. То, что от него осталось, натянули на дельтапланчик. Такой дефолтный дельтаплан, ну, в виде мяча. Тайм-аут, тоже старенькая эмоция. Так, ну вот лама, честно сказать, мне довольно-таки понравился рюкзак. Там еще дополнительные вот эти футбольные команды можно ставить. Но... как в виде рюкзака бегать, это круто. Так, рефери, судьи, да? Тут у нас Джонси, да? Решительные рефери, да? Тогда было только двое, да? Типа женская и мужская вариация. И все. Потерь как бы будет много. Таких. Вот, да, вот этот был, вот он. Вот он, арбитр. Бдительный блюститель. Идеальный инспектор. Рассудительный распорядитель, да? Да, теперь больше. Вот и женская вариация пошла. Смотрительница спортсменов. Амбициозный арбитр. Суровая судья. А где сайты было, которые... неподкупная наблюдательница. Вот она, рефери. Вот тоже вот она, рефери. Да, вот она старенькая, которая пьющая в шестом сезоне. Ну что, теперь как бы на выбор можно выбирать, какие хотите судьи. Там обновили немножечко этих футболистов. Так, ну что, немножечко глянем вот этот наборчик. Напомним. Растягай пирог, который уже воняет, а мухи летают. Рюкзачок такой довольно-таки прикольненький, кстати говоря, он тут рука мешает. Кукурузка прикольненькая, стиле, типа, можно постепенно будет меняться, да, будет бегать, либо постоянное уже изменение, либо вообще без изменений. Эндегаба прикольно. Кирочки довольно-таки такие ничегошные. Ну и дельтаплан такой прикольный. Тоже такой пирог оживший. Слопает все что угодно. Ну, а так, не знаю, вот в магазине двух лесов уже сколько он тут. Королева осени, мне вот ее плащ очень нравится, такой здесь сделан, довольно круто. Ну, не знаю, это я уже показывал сколько раз, так просто, чисто. Веном, Черная Вдова, тут Дэдпуловские эти. Много-много марвеловских скинов, которые, как я говорю, будут, скорее всего, до конца сезона.
Так что, как бы, еще кто не купил что-то, можно будет прикупить. Ладненько. Вот такой вот магазин. Честно сказать, довольно-таки прикольные футболисты. Теперь тут еще лама-голограмма рюкзак добавили. Вообще круто. Ладненько, поддерживаем ТК автора. Поддержка — это приятно. Ну а так, спасибо за просмотр. Ставим лайки, оставляем комментарии. Обязательно подписываемся на канал. Не болейте, будьте здоровы и счастливы. Все, всем пока-пока.